Gold medal contest for women under 72 kilos. Please welcome the athletes. In red, representing Russia, Tatiana Zinchenko. In blue, representing Belarus, Olga Namazova. Внимание! Спортсменка в красной форме Татьяна Зинченко представляет сборную команду России. Является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. The athlete in red for Russia is the world champion and three times European champion. Ее соперница в синей форме, Ольга Намазова, представляет сборную команду Беларуси. Она является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2017 года и серебряной призеркой чемпионата мира 2016. Silver medalist of World Championships last year. Ой, если можно было это, куда вот вместе с ним? Ты вместо Ринканоса. Место не хочешь. Место не хочешь. Зрители надо держать, конечно, на закуяны. Для схваток повязки награждения. Зрители не удержать, пожалуйста. Я думаю, что-то обещать в конце. Да. По 50. Да, там все. Огромные по 50, ребят. Потом дадим. Нет, я снимаю. Я снимаю. Я не так. Yes.
чемпионка мира 2017 года весовой категории до 72 килограммов. World champion and gold medalist of 2017 for Russia. Татьяна Зинченко, Россия. Россия!